Притягивай к нам. Господи, слава Тебе. Мы просим Твоей милости на разумление. Очисти, омой и убели. И это сделать можешь только Ты. Чтобы все было по совести, искренне. Удали забвение. И все, что не славит Тебя, все человеческое да сгинет, и Царство, и Дух Святой. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Значит, сейчас что? Вот здесь вот бумага лежит, по одному листику можете взять. Возьмите. По одному листику. Вот такой тоже, если нужно будет, тоже посмотреть и писать. Там, заявление, объявление. Вот так, на два листа. Хорошо. Два. Вот. Так. Что-то говорили, по одному. Это нужно будет, дальше будет это лежать. Так, что нужно будет делать? Еще вот будет. Такая книга есть. Письмо православию. Это свет сесть сюда. Это должно быть везде такое. Вот читаем. Так. Еще вот приблизительно вопросы к оглашенным. 412 страница. Так, глаза хорошие. 412. Открывайте. Так, я сейчас проверю. Это второе издание, в нем как будет. Все так и есть здесь. Вот вам. Открывайте 412. Пока держите. Попутно спрошу, уже спрашивали книги. Вот эту книгу, материал собирал я около 40 лет, понимаете? Насколько она ответственна. Это все из святых отцов, первым делом Библия, жития святых. Кому сколько надо этих книг принести? С собой, кто решил увезти? Вы сегодня можете сделать заказ. Каждая книга 500 рублей. Сколько? Тебе сколько? Две. Две, три. Так, еще что? Мне сколько? Одно и трехтомник. Нам четыре. Четыре. Сколько? Четыре. Четыре. Значит, я принесу, может быть, уже два пакета, которые есть. Как раз я привез заранее здесь, чтобы вы разобрались. Здесь пальцами сильно не держать, чтобы вы не отпотело. Считайте вслух. Что будете писать? Приблизительные вопросы. Заглядывайте в книгу. Книгу положите на эту сторону, чтобы каждый мог смотреть. Первый вопрос какой? Расскажите о своей вере во Святую Троицу. Кем для вас является Иисус Христос? Почему и спрашиваете себе крещение? Подробно о причине. Когда это желание появилось? Уменьшилось ли оно? Твердо ли? Дальше. Почему именно здесь решили принимать крещение? Обещаете ли оставаться членом Святой Российской Православной Свободной Церкви? В то время так называлась Русская Православная Зарубежная Церковь Свободная. Какие нарушения в религиозно-нравственном отношении были за время вступления в число оглашенных? Соблюдали ли посты, среды, пятницы, последний Великий Пост? В общем, понятны вопросы. Каждый сейчас, вникая в вопрос, считайте, положите вместе. Допустим, вы садитесь здесь на двоих, по два человека, вам достаточно здесь. Я пойду за книгами. Никто вам не мешает. Вы считайте про себя, потихоньку, и другой заглядывает. И кратко отвечайте на все вопросы. Да, если нужна бумага будет, вот бумага лежит. Если не хватит, вот целая пачка. С этой стороны бумага чистая. Пишите. Дальше отдельно бумага у нас такая вот, листики. На ней напишите заявление, там оно дальше идет. Никаких пометок книги не делать. Я сейчас принесу книги, здесь раскрою, и вы возьмете сколько надо, ну и рассчитаете. Игнатий Игоревич, подписаться в конце или в начале? Ну, в конце, конечно. В начале кто подписывается? Никто. Вот. Приблизительно вопросы заголовок сделайте. Заголовок отсюда списывайте и пошел по каждому вопросу. Это завтра вы по этой бумажке вы ответите. Игнатий Игнатьевич, вот этот заголовок списывай. Все, Виталий, на этом заканчиваем. Пусть они остаются. Заголовок.
мы отошли, никто вам не мешает, про себя, тихо, чтобы ни одного слова не было говорено, тихо, считайте.